О поимке сразу трех взяточников сообщили закарпатские правоохранители. В Ужгороде сотрудники СБУ и прокуратуры задержали инспектора архитектурно-строительной инспекции. Он требовал у предпринимателя 4500 долларов за разрешительную документацию на строительные работы. Бизнесмен хотел соорудить склад. Во время получения части взятки 3700 долларов чиновника и его посредника задержали. На взятки в 50 тысяч гривен попался начальник одного из отделений Закарпатгаза. Деньги он требовал у жителя области за газификацию частного дома. Чиновник был пойман с поличным. И еще одно скандальное задержание сотрудники СБУ обнаружили среди новых патрульных полицейских взяточника. Один из капитанов требовал у водителя 11 тысяч гривен. Капитан поліції для перевірки зупинив в обласному центрі автотранспорт. Без призначення жодних експертиз патрульний звинуватив водія в алкогольному сп'янінні та безпідставно вилучив водійські права і техпаспорт. За повернення документів поліцейський вимагав від водія 11 тисяч гривень. А в разі відмови патрульний погрожував вкласти на водія протокол